трансом. Нет, не слежу за Валеркой, но тут мне недавно звонили, спрашивали, звонили с острова, спрашивали про него, про Аню, что, ну вот как-то так. Вот. Я, конечно же, Валерку защитила. Я сказала, что все... А Валерка золотой человек. Я так и сказала. Особенно, когда я уже поняла, что уже этот разговор... Ну, то есть они отсняли определенную часть разговора. Когда я уже поняла, что как бы они все записали, что им надо, я говорю, вы меня поняли? Ты же Валерка золотой.